Правильно, сами понимаете, к чему это теперь приводит, какие последствия. Вы должны были заранее это предвидеть, а не то, что на своем опыте испытывать. Так получилось, что уж не получилось, но это получилось. Еще не на своей машине, да, я так понимаю? Один раз на своей, один раз нет. Ну, самое главное, что сейчас вы взяли за голову взрослый мужчина. Да. Что у вас там происходит? В смысле? В квартире. Ничего. Пойдем посмотрим. Получается, как хотелось. Когда у вас срок подходит? У меня уже срок прошел, я еще уже прошел? Да, водительский права еще не сдал. А что ж вы не сдали-то? Срок прошел. У вас и не пошел. У вас и не пошел срок. Срок начинается после того, как вы сдаете водительское время. В базе отметка ставится, что водительское сдано. После этого у вас идет срок исчисления вашего права лишения. А пока вы не сдадите водительское удостоверение, срок лишения вашего права управления не пойдет, не будет исчисляться. Нет. То есть вы будете думать, ну вот вы говорите, я понимаю, но сами не сдали.